Вы знаете, я занимаюсь этой работой уже 45 лет, и за это время я изобрела свою собственную технику. Потому что 45 лет назад никто не делал ничего подобного. Не было никаких книг, не было ничего, что могло бы научить вас, как что-либо делать. Поэтому мне пришлось изобрести свою собственную технику, как это делать. И постепенно за это время я начала открывать новые вещи, явления, которые появлялись и которые никто еще не обнаруживал. Так что со временем у меня появилась другая сила, предполагаю, вы бы так сказали, которая начала приходить на сессии. Теперь я говорю, что это величайшая сила во Вселенной. Нет ничего более великого, чем она. Она обладает абсолютной властью. Она может ответить на любой вопрос любого человека. Она также может мгновенно исцелить все, что угодно, так быстро. Итак, это та область, с которой я работаю, и я не знала, как с ней общаться, как ее называть. Я начала называть это подсознанием. И они сказали, что «нам все равно, как вы нас называете, у нас вообще нет имени, мы будем работать с тобой». Некоторые люди говорят, мы общаемся с Высшим Я, сверхдушой, высшим сознанием. Некоторые люди называют это универсальным сознанием. Но все эти названия означают что-то большее и необъятное. Так что мы нашли способ общаться с этим. Итак, я назвала это подсознанием. Мои ученики стали называть его подсознанием. Поскольку в нем есть ответы на все вопросы, оно обладает абсолютной властью. И это также абсолютная любовь. С ним очень приятно работать. Я видела, какие чудеса оно может творить. Оно входит в человека и мгновенно совершает все исцеления. Это прекрасно и удивительно наблюдать. И это та энергия, с которой я постоянно работаю. Она великолепна и очень эффективна. Я советую всем, кто интересуется квантовым целительным гипнозом, воспользоваться тренингом. Тренингом, который теперь доступен онлайн. Вы можете найти его на моем сайте.